продолжать. Начинаем нашу пресс-конференцию. Слово гостям, пожалуйста, ваше впечатление от матча сегодняшнего. Это трудно, когда на последних 7 минутах пропускаешь, комментировать что-то. Но, в принципе, по большому счету, содержанием игры, особенно в первом тайме, я думаю, мы должны быть довольны. Ну, думаю, маленько игру подпортили вынужденные замены, которые у одного ноги сводят, второй травму, вот плечо выбил, в больницу увезли. Что-то может, другие плановые замены, может, как-то по-другому бы развернули игру. Ну, так, в принципе, поздравляю хозяев с победой. Вопрос, пожалуйста. Спасибо большое, до свидания. Удачи вам.